здравствует герой из славного похода. Да ну тебя. Это, конечно, была не осада Трои, но мусор мы почистили. Кстати, как главу службы особого назначения Уникраб, это должно тебя заинтересовать. У нас тут бионтовая тревога. Вперед, командир! Мои торпеды уже приржавели к трубам. Я не понял, приятель. Кто здесь отдает приказы? Ребята ждут хорошей драки, босс! Ну как тебе мои парни, Эльтопа? Впечатляют? Ничего себе! Особенно Лайза. В Магеллане тебе ждет один торгаш из клан Союза. На него напали бионты. Но он тебе сам расскажет. Из Веспуччи доложишь. Я не собираюсь повторять это дважды, зануда. Забудь о работе для Эльтопа. Ой, как страшно. Это кто у нас такой грозный? Я. Потому что сейчас я не намерен бегать за кредитками, как ощипанная курица. Считай меня хирургом без скальпеля. О, что бы это значило? Это значит, что я вырву твое сердце из груди голыми руками, если ты перехватишь мою работу. Конец дискуссии. Я как будто свинца на завтрак нажрался. Ненавижу это место. Где работа? Где деньги? Меня сточертели дурацкие игры с бионтами. Я слышал, под среднеатлантическим хребтом ждут извержения. Почему бы тебе туда не прогуляться? Может, найдешь себе дельца? К дьяволу! Кто за это заплатит? Мне нужно что-нибудь в перекрестии прицела, Флинт. Я что, похож на полоумного геолога? Не отвечай, не надо. Кому нужны вулканы, пусть бежит к Пику. Он всегда ковыряется в научных журналах. Он, кажется, в Хунте на Веспуччи. Наш террорист-любитель из Неаполиса набрался Сентоголя. Наверняка учился архитектуре. Он конструктивно критикует тоскливый стиль Дагамы. Пытается поймать нас прицел. Кажется, он готов потанцевать. Атакуй маркированную цель. Что его оружие против нас неэффективно. Надеюсь, он не собирается судиться с нами по этому поводу. Клян как сквозь. Атакуй маркированную цель. Господин архитектор не любит попаданий. А придется. Атакуй маркированную цель.
мощная команда. Не думаю, что этот тип еще полезет к станции. Теперь следует заняться банковскими сбережениями.